Научно-практическая конференция по актуальным вопросам челюстно-лицевой хирургии прошла в Звенигороде. Кандидаты и доктора медицинских наук поделились с практикующими хирургами и стоматологами новыми методиками и исследованиями. Такие встречи стали уже традиционными и организуются ежегодно. Если зубов нет, то есть два пути – либо импланты, либо съемные протезы. Всем, конечно, хочется первое, но иногда челюсть бывает разрушена из-за травмы или онкологии. Я представлю новые методы в борьбе с этим, так сказать, с этой патологией, не заболеванием, а патологией, как можно восстановить костную ткань и установить дентальные имплантаты и избежать ношения съемных протезов. Как известно, все лекарство и все яд. Важна дозировка. Результат лечения напрямую зависит от эффективности применяемых препаратов. О лекарственной безопасности рассказала кандидат медицинских наук Марина Сойхер. Ну, конечно, это выступление будет посвящено и новым исследованиям, которые проводились в стоматологии по применению нестероидных противовоспалительных препаратов и антибиотиков именно в стоматологической практике. Часто доктор силен в каком-то конкретном вопросе, а у каждого пациента своя уникальная болячка. Цепочка различных направлений и согласований между пациентом и нужным врачом называется маршрутизацией. Процесс можно ускорить, если убрать из него лишние звенья. Это такой очень больной и важный вопрос. Как для больных всех, так и для врачей. Чтобы мы друг друга, то есть были в близком контакте, то все просто решается. Начинаем онлайн-консультации, пытаемся вводить. Но это проблемно, чисто технические проблемы некоторые, но которые вполне решаемы. В небольшом зале собралось не так уж много людей, но картинка из него транслировалась еще в 7 поликлиник Подмосковья. Так что, можно сказать, специалисты половины региона посчитали важным узнать для себя что-то новое. Для того и проводятся такие конференции. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».